4,5 месяца прошло с начала войны. Немецкая армия, имея полное господство в воздухе и превосходство в технике, неудержимо продвигалась вглубь советской территории. Большинство кадровых военных погибло в первые же месяцы войны, и Красная армия остро нуждалась в людях. В связи с этим было принято решение мобилизовать всех, кто способен держать оружие и желает встать на защиту своей страны. Есть еще живой кто? Что ж это творится такое? Ребята, немцы, прячьтесь скорее! Харчей, а? Что катитесь обратно в свою Германию! Добрались, значит? Да, хлопцы, хорошо вас потрепало, гляжу. А у нас дела не лучше. Держимся здесь на честном слове. Скоро патроны кончатся, а немец все прет и прет. У меня прямой приказ удерживать эти позиции, так что действовать придется вашему взводу. Я лишь могу дать несколько своих людей вам в помощь. Слушаю, командир. Так точно? Слушаюсь. Товарищи бойцы, на время поступаете в распоряжение младшего лейтенанта Кузнецова. Они прибыли к нам в помощь, так что подсобите им, чем можете. Вот гады, а! Совсем оборзели фрицы. Уже прямо на дороге пулеметы поставили. С этим надо что-то делать. Хотя теперь туда хрен подберешься. Слушаю! Брат!
Вражеская артиллерия! Вражеская артиллерия! Вражеская артиллерия, прячься! Пулеметная очередь! По нам! Не лезьте под пулемет! Пулемет виден! Так ты стань теперь! Этот есть! Шайсе! Отдай! Я ранен! Шайсе! Недурно вы с пулеметами разобрались, как для новичка, младший лейтенант. Совсем недурно. Теперь надо глянуть, что можно с машиной сделать. С виду только гусеница перебита. Что прикажете? Санитара, быстро! Я готов. Гляди, подлатали машину-то. Ну, теперь у нас шансов всяко побольше стало. Самое время немца из деревни выбить, да гнать их отсюда до самого Берлина. Жду команды! Товарищ командир. Да, командир. Все приказом. Какие будут указания? Так точно. Да, командир. Мы готовы ко всему. Следующий в очереди! Это наш час! Он готов! В атаку! Так точно! Один готов! Thank you.
Патроны давай! Бой готов! Ждем дальнейших указаний! Слушаю, командир. Техника противника! Да, товарищ командир. Уничтожен! Готовы к бою. Слушаю, товарищ командир. Нас тут скоро всех накроет, к чертовой матери! Мы под пулеметным огнем! Слышь, не мыслишь? Уничтожен! Точно? Please,
еще дышит. Видим врага. Бою готов! Готово!
him! Ich begebe mich in Deckung! Слушаю, командир. Sanitäter! Verteidigen! Nein, Männer, in Deckung!
die Bastard! Wo ist die verdammte Munition? Schnell in Deckung! Wir müssen das Gebiet verteidigen! Ребята, вижу ганса. По сторонам лучше смотри. Похоже, выбили отсюда гадов. Теперь хорошо бы закрепиться вон на той высотке у дороги, да ударить по их колонне. Эх, где наша не пропадала?